Следующим номером в нашем ебучем казино. Я вижу, вы уже зарядились. Да, бро, все именно так. Вот, мы прослушаем. Я очень надеюсь, что замечательный альбом, хотелось бы в это верить. Называется он «Приятно познакомиться». Давайте посмотрим внимательно облоги. Я типа тыкнул, да. Да, вот так это выглядит, короче. Дэм, тут какое знакомство идет. Приятное. Да. Выпускнички тут тоже. И вот так вот, да, окей. Unique NK Артем Шиловец. About приятно познакомиться, nice to meet you. В общем, прочитали мои описания. Ребята, наверное, еще не успели. Как... Хотя 24 июня, в общем-то, было. Может, было, наверное, уже бы еще-нибудь успеть. Так, последний танец. Мы слушали? Стопудово. Что мы еще слушали отсюда? Что еще слушали? Какой трек еще мы слушали? Запрещенку, да, слушали? Вот эту запрещенку, да? Сорян, что я не помню, потому что мы пиздец дохуя еще слушаем. Да. Осужденку. Осужденку, запрещенку, короче, мы слушали, да? Да, два трека. Получается, мы два трека слушали, да? Запрещенка мы слушали. С моё там вот этот трек мы не слушали, да? Да, Last Dance. Осужденка. Осужденка, запрещенка, бля. Так, все, погнали. Чего я жду? Я хочу получить от этого альбома как минимум один хит из тех, что я не слышал. Но я скажу так, да, уже в начале. Ребята, на которых, так сказать, все смотрели как на чуваков, которые случайно там, блядь, вылезли с одним треком, да, с хитовым, они уже опровергли факт того, что они какие-то там выскочки, они доказали, что они хорошие артисты. Лично я видел, как они выступили охуенно на концерте Платины, мне понравилось. Вот, они реально качают зал. Лифоном, если я ничего не ошибаюсь, они раскачивали. Вот, поэтому... Ну, они себя уже поставили как артисты, поэтому от них мы ожидаем качества. Это не просто такое, ну, там что-то типа, блядь, чуваки, которые там один хит сделали, что там. Не, наша предвзятость уже все, она как бы закончилась. Мы уже спрашиваем как с полноценных, да, поэтому с артистов, которые претендуют на позиции определенные. Поэтому посмотрим, да, как оно все выглядит. Мне интересно. Название Ниши является аббревиатурой ников. Да, Никей, Артем, Шаловец, Артем, да, Нюша. Угу, окей. Продюсер by Никита БЛР. Было приятно познакомиться. Хорошо. А хули хорошо-то, если я его даже еще не нашел у себя в Яндекс.Музыке, а? Все, теперь нашел. Слушаем, Нюша, погнали. Еще мне интересно, да, до того, как мы запустим, я еще буду жрать конфет, я так думаю. Еще мне интересен факт того, да, все есть, все норм, все кайф. Мне интересен факт того, если здесь какой-то концепт. Ну, как вариант, типа, приятно познакомиться, типа, это, блядь, артисты говорят слушателю, или есть какой-то у них... посыл в этом, хуй знает что, короче, да, то есть все-таки это альбом, если он объединен, ли он какой-то общей идеей, да, интересно, или просто это приятно познакомиться, пиздец, когда коллапс виновен, бля, вот знаешь, вот говорят же, никогда не говори никогда, да, вот сколько мы не говорим о том, что вот там, блядь, хуё-муё, там, вот там букмекерские конторы, а вот многие люди пишут уже и говорят, что, типа, самый пиздатый коллаб, который только может быть, учитывая вот нашу движуху со ставками, это с каким-нибудь, блядь, с какой-то букмекерской конторой, которая будет байтить вас на бабки, блядь, чтобы вы ставили не только баллы, еще и бабки, блядь. Реально делая ставки, сука, по поводу баллов. Это пиздец вообще будет, нереальная движуха, прям дико мощная. Мне, правда, ваши деньги жалко. Я думаю, что это будет слишком жестко. Слушаем, Нюша, погнали, короче. Damn. Интро ли это, или сразу это нас?
Ох, ебать, нас сразу сейчас ебашит начнут. Гею не целая, столпы закричали свэк. Мифон украсит концерт, ты чел или ты не чел? Истину не на лице, в Минске или в Москве. Басы, они есть везде, это еще не предел. Гею не целая, столпы закричали свэк. Мифон украсит концерт, ты чел или ты не чел? Истину не на лице, в Минске или в Москве. Басы, они есть везде, это еще не предел. Это был не сон, тебе показалось, это с тобой не пришло. Нихуя себе. Настолько по чуть-чуть, как бы, да, они не то что не успели там как-то надоесть, заебать, да, где-то что-то даже не успел толком насладиться, да. Настолько они прострелили все это быстро. Да, прикольно, перечисляет там толпы, толпы закричали, там свэк, там, которым они там благословлены все хуйня, да, там лифон украсит, да-да-да, крайне чел, там, чел, лифон, все эти треки, короче. То есть, ну, это, по сути, интро. Так-то. И вот к вопросу о том, что только что мы спрашивали, да, по поводу того, есть ли здесь какой-то концепт, и вот приятно познакомиться, да, соответственно. И вот приятно познакомиться, что происходит, НК и Ник Шиловес, толпы закричали свэк. Лифон украсит концерт, ребята с ноги залетают и рассказывают, кто они, что они и почему они такие охуенные, почему они актуальны, почему они здесь и что вообще происходит. Это интро. Но при этом это очень разъебочное, необычное интро. Это был не сон, тебе показалось, это сон. Можно еще раз прослушаю вот эти части, да, вот эти бриджики, да? Очень хороший контраст, кстати. Охуенно, прям на таком чили, да, на таком лютом бите. Орёт, орёт, орёт. Ебать, мой хуй. Честно, я сомневаюсь, что дальше будет. Ну, учитывая, что последний танец все-таки там, да, вот эта запрещенка, все как бы, ну, блять, ебать, хочу альбом в таком звучании, сука. Следующий трек. Ключник моя, ебо. Бля, ща как уебёс. Лезет ей прямо в глаза. Очисти номер, я не позволю вернуться назад. Отчасти кажет мысль, точно в этом я был неправ. И вечер скрасит еще две, походу это азарт. Ты... Сразу могу сказать. Здесь, сейчас перемотаю назад.
слишком игривый, слишком интересный битос и слишком прямо на него зачитано. Тут какой-нибудь Снуповский. То есть что-то, короче, тут какая-то... Какой-то изъёб нужен был. Какой-то такой, блин. Лезет прямо в глаза. Вот это вся ебатория, короче. Как уебёт. Молочок лезет ей прямо в глаза. Очисти номер, я не позволю вернуться назад. Отчасти кожит мысль, точно в этом я был неправ. И вечер скрасит еще две походу, это азарт. Ты, лежи меня, да ты. Как самый сладкий леденец, я для твоей крови. Только мной зависимость будет неизлечима. Только но я пропадаю. Что за красотка среди этой массовки? Ага, да, ты в моей обработке. Что за красотка среди этой массовки? Концертное дерьмо, по-моему. О! Дэм, бро! Вот, вот, вот. Один глоток и в моих мыслях. Я пелюсь, это печь полен. Выдыхай дым, сыны пропитались. Облачко висит, то там я не похож на все ебланы. Левый, не правый, у нас свой сектор газа. Блестят вам мои глаза, как красненькие стразы. Ждал, сука, может. Пиздец охуенно. Я дроп не проебу, не переживайте, отмотаю сейчас на куплет. Пиздец охуенно. Вот это пиздец круто. Вообще охуеть, как круто. Теперь можно сказать конкретно. Это полная хуйня. Вот это чуть получше, это чуть получше. Это пиздец. Охуительно. Прям очень круто. Это прям вот под этот бит. Это прям то, что надо. Это прям ебать. Конечно, да, мне кажется, это на концертик будет просто уничтожать. Пиздец, блядь, пиздец. Отматываю чуть назад, слушаю замечательный парт и переходим в моё-то, чтобы не проебывать дроп. Ты массовки, скамов за полдва. Я сейчас центре высоко, как трасса. Если у тебя нету свега, накал фальшивых МС, пока. Ты сейчас слышишь первого, ага. Я ебан, поэтому не расстроен. Передай мной микрофон, и он расстроен. Вострой, и я настроил свой голос. Теперь тут же речь, как расстроен. Бьюсь над реперами, а ничего как не злой. Не соус или топинг, да я способен. Ты еще сопель, чтобы думать, что особенный. Так и как ты сразу стопим. Что за красотка среди этой массовки? Ага, да, ты в моей обработке. Что за красотка среди этой массовки? Ага, ты в моей обработке. Что за красотка среди этой массовки? Ага, да, ты в моей обработке. Это пиздец бомба. В целом это бомба пиздец. Это бомба ебаная, прям точно. Что за красотка среди этой массовки? Похуй, как вот это звучит, как вот эта часть припева звучит в ушах и так далее. С Карта Бэлэнс в биоальбома. Я понял, сейчас послушаю, спасибо большое. Сейчас прочитаем после этого трека. Абсолютно похуй, как оно звучит в наушниках, в данном случае припев. Для того, чтобы кайфовать в наушниках или на мониторах, тут есть интересные парты Майота, тут есть интересный, да, вот этот кусок, то есть вот эта вся часть, как бы, пиздец. Пиздец. Тут как бы НК такой, типа, ну я вообще-то, бля. А тут бэм, нахуй. Да.
Вот, и мое залетело, интересно, да, интересно, так, блядь, типа, что это было уже, все такое, бам-бам, нахуй, тут в начале, короче, он прям супер агрессив, как бы, да, все эти, короче, трек очень интересный, очень необычный, бит. Вот тот случай, да, когда можно четко на одном треке сказать разницу, да, между тем, как конкретный бит надо вывозить и как его вывозить не надо, да. Как он, бля, вывозится, да, вот даже тем же артистам. Вот эти две строчки Артем Шаловец здесь сделал, они просто убивают нахуй. Вот это все просто вот, вот, вот. Да, вот так лучше звучит. Прикольно, прикольно. Бля, давайте еще раз целиком послушаем трючок. Он стоит того, точно. Я добавлю его в плейлист мейнстрим по любасу. Это заебись звучит. Скоро откроем плейлисты. Я это говорю на каждой трансляции. Охуительно. За это можете лайк поставить. Те, кто на Твиче, можете просто кивнуть и так. Респект. Слушаем еще раз. Бля. Бля, ща как уебёт. Базар, бля, базар, нахуй. Базар. А мы даже можем сажать трюфелечек за это. Лезет ей прямо в глаза. Очисти номер, я не позволю вернуться назад. Отчасти кожит мысль, точно в этом я был неправ. И вечер скрасит еще две, походу это азарт. Ты лези меня, да ты. Как самый сладкий леденец, я для твоей крови. Только мной зависимость будет неизлечима. Только но я пропадаю. Что за красотка среди этой массовки? Ага, да, ты в моей обработке. Что за красотка среди этой массовки? Ага, да, ты в моей обработке. Мелодайн, ее вокал. Заныкал в гланды, все гениталии. Да-да, иди как захоти, тебе писал как голем. Ладно, один глоток и в моих мыслях. Я пелюсь, буду пить полен, выдыхай дым, цены пропитались. Облачко висит, тот на меня не похож на все ебланы. Левый, не правый, у нас свой сектор газа. Блестят в моих глазах, как красненькие стразы. Ждал, сука, может сменить ник на канах. Успешно, но раньше был в жопе, как гео. Сам ахую, ужас, количество дама. Нахуй, когда я взрываю, как террор. Блять, что-то было, походу, уже это все. Я хуй знаю, бля, где уже панчи. Контактеристы, да? Я курю бабару, я курю бабину, я курю бабару, я курю. Издата, нака. Ты сейчас слышишь первого, ага. Я ебать, поэтому не расстроен. Передо мной микрофон, и он расстроен. Вострой, и я настроил свой голос. Теперь тут же речь, как раз. Смеюсь над реперами, а ничего как не зло. Меняю соус или топинг, да я способен. Ты еще сопель, чтобы думать, что особенный. Так и как ты сразу стопим. Что за красотка среди этой массовки? Ага, да, ты в моей. Похуй, что мне зашло и не зашло в этом треке. Этот трек дико крутой, идейный. С точки зрения количества фишек в нем, пиздец. С точки зрения того, что даже мое дал этому треку, это очень круто. Вот тут он как бы даже строка через строку, да, играет все равно ритмиками флоу. Тут интерлюдию он зажигает, вроде как угорает. Здесь он нам дает приколюхи, да, из Scum of the Pot 2. Потом постоянно меняет флоу, блядь. Если у тебя нету свега, на-ка, блядь. Накал фальшизм, пока, если слышишь первую, ага, я прям в этом не расстрою, передо мной микрофон расстроит, пиздец нахуй. Вот это бомба, вот это пиздец охуенно. Сколько хрону трека? 2.35, ну бля, не так много. Хотел сказать, а что будет, если вот это удалить? Ну ладно, хорошо, он вводит вайп, скажу так, короче. И мы начинаем шашковать. Скажу так, короче, как только ты послушал этот трек весь, ты его запомнил и кайфанул, уже вот эта часть, да, она уже на самом деле начинает звучать лучше. Потому что ты уже просто готовишься, тебе уже вайбит трек, ты уже начинаешь просто, блядь, получать от него удовольствие. И перестаешь душнить вот эту всю хуйню, да, душную, которую я люблю разводить, ты перестаешь ее делать. Вот, и все как. Бит мне очень нравится. Бит мне очень нравится. Випо. Илья Демчук, исполнитель и битмейкер, родом из города Солигорск, Беларусь. Ебанутый чувак. Обращайтесь.
за ебанизмом. Он поможет по любасу. Жесткое ебашилово концертное, просто вообще даже без вопросов. Я уже доволен. Я хотел послушать, услышать хотя бы один трек, который будет хитосом из тех, что мы не слышали. Да, это оно. Сейчас прочитаем про альбом, Наскар добавил, да? Что артисты сказали о релизе? По словам самих фрешменов, я бы... А ну, хотя можно, да, еще хотел сказать. Я бы попросил, да, но можно, можно, да. Да, пока еще, да, пока еще, да. Но это фрешмены с точки зрения типа похвальбы, да, уже все-таки. Да что, бля, привет, мы ноунеймы долбоебы, которые хотим петь рэп. Нет, это чуваки, которые уже делают грязь, да, жесткую. Но все-таки они еще новенькие. На рынке непосредственно, да, не по качеству, а на рынке. Поэтому фрешмены, окей, норм. Они отказываются от жанровых рамок, а на свежей пластинке можно слышать разноплановые треки от автотюнного гличкора до танцевальных ритмов и переосмысленного драм-н-бейза, да. И все. Ну, хорошо, хотя бы что-то. Хотя бы что-то, да, хотя бы что-то. Бля, я уже кайфанул, да. Запрещенку слушали мы, погнали. Да. Че, какой бой, это Випа, да, этот... Ты его... Хойстек. Осуждалка. Совершенство делает грязь. Поцелуй, что дарит сотни киловатт. Меня мы друг от друга далеко, но ведь так больше нельзя. Но ведь так больше нельзя. Ведь забывает твой взгляд. Все напоминает о сейчас. Я не думал, что так будет, как теперь у нас. Неплохая попытка, бро, неплохая попытка. Ваня, одобряй. Все хотят высоко и беспомощны. Все хотят высоко, но они беспомощны. Ну, неплохо. Есть трек, насколько я помню, на канале, да. Есть разборы. Неплохой припев, да, скажем так. Туман, следующий трек. Так и так обидно. Так и так и было. Мое сердце било. Что-то было. Походу что-то между нами. Я тебя держу, не трогая руками. Как обычно я вдали. Без тебя месяцами. Увы. Лети до нас. Над нами. Хорош куплет. Хорош куплет, Артём Соловьёв. Не хочется насладить, мы редко вдвоём, увы. Как телефон зарядила, не знаю, надолго ли. Хочу тебя полюбить снова. Лети до Марс, над нами так дали. Далеко летели, над домами пролетали. Далеко летели, часов дома забывая. Лети до Марс, над нами так дали. Далеко летели, над домами пролетали. Далеко летели, часов дома забывая. Где в голове куча мыслей.
знаю насчет этого куплета. Бридж охуенный. Да, все, что касается здесь, все, что касается тут вот этой истории, да, припева, пиздец, Качева. Очень интересную ритмику выбрал он, Кей, да, молодец. Вот это, честно говоря, я не совсем понял, да. Не знаю. Интересный, танцевальный, прикольный трек. Вообще мне нравится, что вот этот чувак не ограничен как-то в голове жанрами какими-то, да, еще чем-то. Такой вот творческий, да, музыкант, блядь. Вообще какой ебёт, бля. Войстек тот еще, да, тоже угарный. Прикольно. Хм. Смотрели, прощупали, да? Смотрели, прощупали. Бля, ну... Вообще, вот как здесь продумана ритмика припева, да? Пиздец просто, да. Его можно просто вот, вот слушать, да, нон-стопом нарепить, и он будет разъебывать. Концовочка прикольная, да. Какой-то, я не знаю, здесь такой трэпчик чуть ли не, блядь, как будто бы где-то кальяном чуть воняет, да, так нормально, вроде где-то кто-то поджигает угли. Вот, но при этом туда оно не сваливается, и при этом звучит красиво, да? Бля, интересная движуха. Кальянный трэп, блядь, в натуре. Через трек DVD, погнали. С Сими, да, совместно? Так высоко, но все те же свечки. И царапана спина, как все диски DVD. А за мои чувства, детка, ты налог платить. На сердце как-то пусто, но карман не полный. На твоих сообщениях мой взгляд застыл. Детка, из-за тебя стал пустым. Мешают все боли спирты, чтобы хотя во сне быть вблизи. Давай так разбавим, на что показать новостях. Между нами километры, мне не впадлу пригнать. Со мной не согласна, но все равно будешь кивать. Прошу только без вопросов, но она говорит со мной. Мысль о другом. Чаще. Давай попробуем странный, без фальши, как раньше. Хороший разнообразный четверг. Для него я уже даже не важен. Я уже даже не важен. Так высоко, но все те же свечки. И царапана спина, как все диски DVD. А за мои чувства, детка, ты налог плати. На сердце как-то пусто, но карманы полны. Так высоко, но все те же свечки. И царапана спина, как все диски DVD. А за мои чувства, детка, ты налог плати. На сердце как-то пусто, но карманы полны. Я давно забыл, как ты пахнешь. Не помню поцелуй, горький он был или сладкий. Я давно забыл. Романтика, блядь. Базар нет. Так высоко, но все те же свечки. И царапана спина, как все диски DVD. А за мои чувства, детка, ты налог плати.
карманы полны. Нет, ну, как бы, я думаю, что все согласны, весь чат согласен, весь Twitch согласен, весь русский рэп согласен, американский рэп, китайский рэп, марсианский рэп, он согласен с тем, что Бабара Бабина, да, уничтожает все альбомы вместе взятые русского рэпа за все года, это понятно. Вот, но если отступить от этого факта, как бы я... Нет, да. Вот, если отступить от этого факта, 70 очень вайбовый, некоторые строчки прям пиздец выделяются красивым вайбом. Прям... Давайте еще раз послушаем этот трек. Вот тут немного я не понял концовку, да. Мне очень понравилось, насколько контрастными и разными сделал Артем Шаловьев с четверки, и они звучат охуенно по ритмике, особенно вторая. Концовку чуть я не понял. Давайте еще раз послушаем. Красивый вайбовый трек. Красивый вайбовый трючок. DVD, да. Угу. Закидываю диски и вижу, блядь, как будто DVD. Базару нет, да. Так высоко, красиво. Но все те же свечки и царапана спина, как все диски DVD. А за мои чувства тяжко, ты налог платить. На сердце как-то пусто, но карманы полны. На твоих сообщениях мой взгляд застыл. Детка, из-за тебя стал пустым. Я в себя мешаю все боли спирты, чтобы хотя во сне быть вблизи. Давай так разбавим, на что показать новостях. Между нами километры, мне не впадлу пригнать. Со мной не согласна, но все равно будешь кивать. Прошу только без вопросов, но она говорит со мной. Мысль о другом. Чуть-чуть, как будто чуть-чуть еще надо дотянуть, чуть-чуть еще погрузиться в вайб, чуть-чуть, знаешь, вот. Если можно сравнить, да, это типа как будто бы старый Трилл Пилл, да, вот. Года два назад такой. Трилл Пилл такой. Такой. Не очень, который мне нравился, мягко скажем, да. Моментами прям хороший прострел. Иногда вот как будто бы что-то еще хочется, да. Главный хейтер. А чё, я часто, да, критикую? Я часто, да, критикую именно Артёма из них троих, да? Причём только его. Бля, да ну нахуй, серьёзно, что ли? Пиздец. Я даже не помню этого, потому что мы слишком дохуя слушаем музыки, ребята, и мне нет вообще... Вообще нету, мне не может быть никому никакой предвзятости, потому что я, блядь, не делаю сам музыку, как это одна из причин, по которой я не делаю, чтобы оставаться непредвзятым, да, и слушать спокойно музыку, блядь, не имея отношения ни к каким музыкантам, блядь. Мне вообще похуй, кто как что делает, ну, типа, понимаете, вообще максимально, типа, из личности. Мне, я слушаю только музыку, я вот, не знаю, Фреско одно время мозги ебал, потом вроде прям он круто стал делать. Я там, мне облы какие-то треки не понравились, Players Club, да, там мне, бля, от хейтер облы. Вообще похуй мне, я типа слушаю музыку, ребят, вот честно, бля. Я даже иногда забываю, что какого-то конкретного именно человека я типа критиковал, да, я просто помню песни какие-то и все. Даже не по названиям, а чисто по звучанию, по вайбу, бля. Навещай меня чаще. Давай попробуем без фальши, как раньше. Скорее всего, я уже дальше. Не важен, даже не важен, даже не важен. Я уже даже не важен. Так высоко, но все те же свечки. И царапана спина, как все диски DVD. А за мои чувства, детка, ты налог плати. На сердце как-то пусто, но карманы полны. Так высоко, но все те же свечки. И царапана спина, как все диски DVD. А за мои чувства, детка, ты налог плати. На сердце как-то пусто, но карманы полны. Я давно забыл, как ты пахнешь. Не помню поцелуй, горький он был или сладкий. Я давно забыл. Я думал, слаще будет, да, здесь? Ты пахнешь, не помню, поцелуй горький или слаще. Ну, блядь, слаще не в тему, как тогда было бы, наверное. Забыл, что это было все по правде. Я давно забил на то, что другой за тебя платит. Нет, мне не грустно, если знаешь.
охуенно. Теперь мне хуёво, смотри. Я беру груз, я топлю в ведре грязь. Охуенно. Даже не чувствую пульс. С миром потерял я связь. И только купюр хруст, только купюр хруст. В моих руках они мне сосут, они мне сосут. Но не так, как ты, как ты, как ты. Но не так, так. Неплохо, неплохо, просто неплохо, просто неплохо. Есть моменты очень пиздатые, ну, допустим, сравните это с треком «УУ» или с треком, не знаю, блядь, «Туман», да, в этом, в припеве, да, или с «Интрушкой» Нюша, которая просто пиздец какой показал. Нет, просто нормально, просто нормально. Местами интересны очень строчки, интересно идет припев, да, интересно припев идет, местами интересные строчки у Сими. Вот это, не знаю, да, с концовочкой здесь как-то странновато тоже, ну, как-то чуть-чуть как по кочкам проехали, немножечко, то есть нет такого прям, что ты прям пиздец пролетел, вот как у Ярче, да, в некотором треке, 23, по-моему, да, просто ровно по посадочной полосе, блядь, и тебя просто разъебало вообще ни слова, никакой хуйни, даже вот никакой малейшей дрочи нет. Короче, вот еще одно утверждение того, что пацаны все-таки фрешмены. Вот им работать и работать. Через 2-3 года им достаточно выпускать на одном альбоме хотя бы один хит. Хотя бы один. Он уже тут есть, поэтому все заебись. И все. Им будет давать концерты, они будут тренироваться дальше, 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 оттачивать мастерство и быть прям охуенными чуваками, блядь. Во всех смыслах, блядь. Мне так кажется, мне так видится. Следующий трек нужен. Пуля. Это хуй. Как лучше, сам не знаю, как лучше, сам не знаю, как лучше. Я нужен, я нужен. Я всем этим, сука, нужен. Мне не нужно. Я так давно хотел тебя. Притянул, как луну земля. Стараюсь тебе рассказать. Банальности не говоря. Как пуля всколот внутри стол. Желание не успев загадать. Чаще я скучаю, снова, сука, один. На границе этой горью, на сердце что-то давит. Твоё тело магнит, что в день аренят, как вот твой утат. Мы с тобой ходим по тебе. Глубже, ведь я ей сейчас так нужен. Она клюпает на зону, поймай моя лужа. А взглядом залипает, и руки лезут глубже. А воздух загрязняет даже, чем вся вода хуже. Ты нужен, я нужен, ко всем тем, сука, нужен. Я скучаю, снова, сука, один. На границе этой горью, на сердце что-то давит. Твоё тело магнит, что в тени ринят, как в твою тайну. Мы с тобой ходим, постой мне, стой мне, стой мне. Среди много этажек, тем, кто сможет сказать, лучше не падай. Имя сказал, и всё, что будет дальше. Интересный трек. Интересный трек. Да, и тут как-то все ровненько проехали. Все ровненько проехали. Вот мне субъективно кажется, я почти убежден в том, что в треке нужен Артем Шаловец. Вот если мы говорим о каком-то конкретном артисте, Артем Шаловец сделал гораздо лучше, чем в треке DVD. И гораздо лучше, чем первый парт в треке УУУ, если я ничего не путаю, да, тот самый. Вот. То есть тут он как бы вот в тему стиля и четко по ритмике все заплыл, все вроде сделал. Хуй знает. Тут он лучше гораздо выглядит. Вот вы что думаете, те, кто
там кому нравится, допустим, он все треки хуй знает. Я всем этим, сука, нужен. Мне не нужно. Я так давно хотел тебя. Притянул, как луну, земля. Стараюсь тебе рассказать. Банальности не говоря. Как буря с холод внутри. Притянул, как луну, земля. Хуй его знает. Значит, это сравнение. Значит, это образы. Начнем с того, что все-таки луна на дистанции, да, как минимум. Поэтому не так уж и притянул. Да. Так еще луна еще и улетает от Земли. Вообще пиздец. Поэтому история такая... Звони мне чаще, я скучаю. Снова, сука, один на грани с этой горью. На сердце что-то давит. Ой, детский грязный стилёк, да? А воздух загрязняет даже, чем заводы хуже. Но она хочет глубже, так нужен, окей. Она хлюпает внизу, напоминая лужу. Допустим. Взглядом залипает, и руки лезут глубже. Например. А воздух загрязняет даже, чем заводы, хуже. Ну, типа, она в этом плане, да? Образы, конечно, очень интересные. Загрязняет газиком, да, разным, различным, всяческими там... осуждателями, да, короче, РКНами разными. Поэтому, да, дед взял душить удава, пиздец, нахуй, вообще, блядь, удава модератора с хип-хоп.ру, блядь, за душем, нахуй, сейчас полностью, блядь. Не, ну, имеется в виду здесь, конечно, про дым, загрязняющие заводы, это история не та, которую... Звучит хуй знает, примерно как луна, короче, да, притягивающая, блядь, да. Звони мне чаще, я скучаю. Снова, сука, один на грани с этой горью. На сердце что-то давит. Тут, конечно, речь была скорее, да, ближе про Бабару и Бабину, да, все-таки, все же, да, по поводу загрязнения воздуха. Но все-таки тут какая-то эротика, да, намешана там. Хлюпает там что-то, бля, глубже там, руки куда-то лезут. И тут как бы ничего не было, никакой речи про то, что есть бабина и есть бабара, тем более. А тут хоп, и, блядь, то может что-то не получилось. Как бы она залипала взглядом, хлюпала, блядь, руками залезла, и хоп, и завод, блядь, попер, да. И воздух загрязнил, и Артем Шаловец такой, дэм, блядь. Все закончилось на этом. Непонятно, в общем, непонятная ситуация. Нужна пояснительная бригада, желательно видео. С места событий. И это прикольное дерьмо. Интересный трек, но мне кажется, это такое позалипать в одного, типа, если прочувствовать вайб, да. Хорошо, мне кажется, правильно сделали, что здесь повторили бриджик Артема, да, он такой прям прикольный, интересненький, да. Кринжа даванули как надо здесь, да, с лунами там, с воздухами загрязняющими. Но это чисто моя душнина ебаная, я думаю, все такие вообще похуй забили на это, обрадовались, да. Кто даже не обратил внимания на эту хуйню. Неплохо. Следующий трек «Лягушка».
Лози и Вико. Он еще какой будет? Лози. А нет, не станут? Прощай, прощай. О, дэм! Ебашь, ты глиш по корблеву. Но ты... Что? Что мне теперь делать? Да ну нахуй, бля, заново. Чё, пиздец, что ли? Пиздец, пиздец? Лази. Прощай, че сказать? Прощай, прощай. Но ты... Что? Что мне теперь делать? Но запомни за возвращение. Прощай. Прощай. Что? Что мне теперь делать? Но запомни за возвращение. Прощай. Прощай. Я сошел с ума, так как отдыхал. Алкоголь мне попал, запахдыхал. Он оставил шрам, не понял, как так мог. Но я не стал, хочу все на сам. Вот это не то. Даже вот это лучше с гличами. Вот это не очень звучало. Хороший дроп. Бля, вот это чуть-чуть испортило. Что? Что мне теперь делать? Но запомни за возвращение. Прощай. Прощай. Что? Что мне теперь делать? Но запомни за возвращение. Прощай. Прощай. Неплохая попытка. Пиздец, неплохая. Но вот этот припев, с ним что-то надо делать. Хуёво звучит. Душит и выбивает из охуенных гличей, из атмосферы, блядь, интересной. Гличкоровской такой, да, прям тяжелый, блядь. Пиздец разъебал этот чувак, бля. Вот это все прям пиздец крепыш вообще, честно говоря, да, такой прям мастер. Вдыхал, вливал, сливал, блядь, с ума. Долгая душнина, потом доходим, когда до глича, эта хуйня уже заебала. Необычный как бы этот, да? Неплохой такой на контрасте прикольный куплетик. Вообще идея, конечно, пиздец. Молодцы, пацаны, что пробуйте все это. Везде лезете, да, короче, вся, во всякий звук прям. Пробуйте, охуенно, блядь, охуенно. Бля, ну-ка еще раз. Лази. Прощай, че сказать? Прощай, прощай. Любой путь разбит. Не надо опять. Да, что никто не сможет. А я тот, кто все испортит. Я отцы теперь, я хочу тебе, я хочу тебе. Не, кто-то все испортит. Из прошлого трека. Но ты... Что? Что мне теперь делать? Но запомни за возвращение. Прощай. Прощай. Что? Что мне теперь делать? Но запомни за возвращение. Бля, это прикольная хуйня, это прикольная хуйня. И тут руина ебаная. Да, руина, пиздец, ебаная. Задумка охуенная.
Очень интересно вообще, вот все вот, и глич хорошо, кто вот звук делает, чувствует нормально, да, все круто. Не знаю, может, мне не зашла просто вот эта часть, может быть, все будет охуенно, я не знаю, может быть, его и на концертах можно, да, поразъебывать зал, но я не знаю, тяжело, наверное, под него будет вот, танцевать. Такое месиво, да, прям жесткое, наверное, получится в зале. Как вам вот этот кусок? Напишите плюс, если понравился, минус, если не понравился. Чисто один этот кусок. То, что трек в целом звучит охуенно, я согласен с вами. Душно. Плюс-минусов дохуя. Плюсы есть тоже, да? Больше плюсов. Похуй мне. Серьезный ответ, бро. Такой строгий мужчина, да? Когда видишь текст, хуже звучит. Ну, бля, хуй его, бля, пойми. Так. Разнообразие, кстати, тематику треков. Да, не думаю я. Мне кажется, можно и норм. Припев надо БНК отдать. Хуй его знает. Вот концовочка более-менее нормальная. Более-менее. Вот когда они начали в гличе, да, стало шрам, не понял как. Тут как бы вот нормально. Вот эта четверка, наверное, вообще прям в особенности. Вот что-то бах, аж прям вот врывает из этой атмосферы, как будто вообще не отсюда. Задумка охуенная. Пусть дальше пробуют. Но они вообще на все стили лезут, как бы похуй, да. Ну, базару нет. Трамп не норим. Хочу найти весь мой свой контент свыше, чем давай мы ближе в тумане затише. Простой пацан, чем ты хочешь так, мэн, согал глаза, как вот. Вот видите, в принципе, даже можно понять, да, потому насколько он разный на разной музыке, насколько он продолжает искать себя, и вот это моя душнина о том, что что-то мне не нравится, это, ну, мне кажется, ему понятно она будет, наверное, ну, хуй знает, субъективно, наверное, это заебывает, бесит, да, и хочется нахуй послать. Но с точки зрения, вот мне кажется, того, что он сам даже делает, он продолжает искать себя на каждой музыке, в каждом треке, вот, как-то он звучит по-разному, да, типа... пытается себя, и где-то и лав звучит, и тут звучит, и сам какие-то обрывки какими-то вот, какими-то рваными ритмами хуярит. Еще раз. Вот вы сказали, да, что я придираюсь, я вот теперь стал обращать к этому внимание, думаю, бля, вправду, что ли? Ну, смотрю, он продолжает искать себя очень активно. Нет, это охуенно вещь. Как вор облапал я трэп-минор, трэп-минор, я трэп-минор, трэп-минор, я трэп-минор, трэп-минор, я трэп-минор, трэп-минор. Охуенно, бро. Охуенно, охуенно, парни. Как полдень ты, как самый жаркий день. Ночь винила день, на тень нету надеть. Срепите. В миноре охуенный трек. Свыше, чем давай мы ближе в тумане затише. Простой пацан, чем ты хочешь так, мэн, согал глаза, как вор облапал я трэп минор, трэп по миноре, я трэп минор, трэп по миноре, я трэп минор, трэп по миноре, я трэп.
Охуенный трек. Охуенный трек. Улетел в плейлист. Охуенный трек. Прям хорошо. Не знаю, до чего доебаться. Красивый куплет. Припев вообще охуенный. Вторая четверка от НК прикольная тоже. Круто. Круто. И последний танец, да? Мы слушали. Это моя вечеринка. Последним танце наше тело с тобой кружится. В плейлисте вам вроде, да, у нас? И отважный взгляд, я заглядываю в душу к тебе. И каждый день я просыпаюсь, вместе то, что все получится. Не у кого-то там, а именно у нас получится. Давай, давай. Мы с тобой видимся в последний раз, как в школьном вальс. Улыбайся. Ты же знаешь то, что я застенчив, со мной оголяюсь. Есть отдельный обзор на этот трек, да, на канале? И этот трек на листе. Слово все забыться, выделит курсор. Как в последнем танце наше тело с тобой кружится. Не отважный взгляд, я заглядываю в душу к тебе. И каждый день я просыпаюсь, вместе то, что все получится. Не у кого-то там, а именно у нас получится. Мэшап Бабара и последний танец. Ебать вообще, бля. Да, сделайте реально мэшап кто-нибудь. Последний танец, и я курю Бабару. Трипсайд. Или кто может? Пиздец, ебанутая хуйня будет. Как в последнем танце наше тело с тобой кружится. Твой взгляд, я заглядываю в душу к тебе. И каждый день я просыпаюсь, вместе то, что все... Если охуенная тема будет, рассмотрим здесь, на стриме и на канале выложим. Реально, бля. Если заебись кто-то сделает, запиарим по возможности. Получится. Не у кого-то там, а именно у нас получится. Спасибо, бро, я увидел. Спасибо, бро, респект. Муравьед. Скамов да познакомиться. Неплохо, бро, неплохо. Я курю познакомиться, да? Да. Да, танец бобины и бабары. Ну, мозги ебем, потому что трек слушали уже, разбирали. Что хочу сказать по альбому? Альбом мне понравился. Считаю, что пацаны, да, они прям вот двинулись в кучу разных векторов. Вот начиная от вот этого, да. Как же люблю такую музыку, я бы наоборот. Вот до-то сюда, да. Вот здесь они, да. Вот тут они. Это пиздец, вообще ебал этот трек. Как минимум три трека у нас в плейлисте отсюда. Трав в миноре, у-у-у и последний танец из 9 треков. При этом Нюша трек. Очень, бля, очень интересный трек, сука. Да, чуть не забыл трек «Туман», да, с охуевшим припевом просто, ёлки-палки.
Да-да-да. Короче, откровенных проходных треков слабых в принципе нету. Они все интересные. Они все с задумкой. Они все стилевые. И я думаю, что «Приятно познакомиться» — это хорошее название именно для того, чтобы ребята показали себя с разных сторон. У них есть понимание, как это должно выглядеть. Они уже артисты с опытом выступлений, всех движений, там, блядь, фитов, артисты, все. Оттачивать. Вот, да, понятно, там, 3 года, дохуя, наверное. Следующий альбом, мне кажется, он в целом будет пиздец. Вот тот же Артем Шаловец, допустим, он очень крутой, вот «Трап в миноре». В «Лягушке» он прикольный, да, весьма местами прям вот ему вот, вся вот эта вот стилечек прям интересный для него такой прям. Но в треке «УУ» тоже, да, вот где там дальше, не первый парт его, а последующий, пиздец же ебанутый. Красиво, короче, красиво, мне нравится. Мне понравился альбом. Давайте попробуем его оценить. Так. Что у нас тут получается? По трекам, да? Нюша. По трендовости звучания. Тут вообще чуть ли не 2-3, бля. 2, бля, даже хуй знает. Да. Ну так, Нюша нравится. Азарт. В общем, впечатление, да, вот пиздец трек, запрещенка, ну как бы окей. Что-то было, походу что-то между нами. Я тебя держу, не трогая руками. Это ж прикольный трек, сука, тоже можно добавить. Если будет слишком дохуя треков в плейлисте от одного артиста, от, ну, от группы, от артистов, мы будем выбирать лучшие, будем потихонечку убирать, да. Но пока как бы немного, да, я думаю, что «Туман» тоже можно будет добавить. «Туман» тоже можно добавить. Если потом еще выходят продукты, какие-то синглы, материалы, мы потихонечку будем срезать, чтобы не было такого, что там одного артиста 10 треков, да, там, ну, чтобы было, ну, не больше 5, наверное, за год. Вот какая-то такая история. Со мной не согласна, но все равно будешь кивать. Ну, это такой вайб, да, все-таки тяжеленький, да, чуть-чуть, короче, DVD, да, вот, чуть-чуть тяжеленький. Прошу, так... Даже не важно, я уже даже не важен. Так высоко. Вот оно, бля, вот, да, вот. Тут как бы Сими так разъебывает нормально на этом тречке, реально. Поэтому вот такое, бля. Миноре, лягушка местами, да. Короче, за атмосферу я 4 готов поставить в этом альбоме, да. С учетом даже, так сказать, блядь, доброй половины треков. Очень сильных, интересных. Рифмы, образы, бля. Так, что там у нас? Нюша, да? Вон, запрещенка. Бля, тяжело собрать в голове все рифмы, потому что у нас столько разные стили. Мы обычно же в рамках стиля все-таки стараемся ставить, да? Если там какие-то гличевые электронщины, то там, ну, соответственно, меньше текст важен, да, качество, там ритмика хуярит должна, эта музыка больше для тела. Если что-то такое более повествовательное, вот как плак какой-нибудь или еще что-то, там очень важен текст, да, там, блядь, мне кажется, за текст я поставлю не совсем корректно. Нет, чтобы такой хуйни не было, давайте я задушнюсь. Так. Да, интересная интруха. Я сейчас вообще сделаю пиздец, как сложно. Я сделаю противоположное от того, что я сказал. Я сказал, что я сделаю хуйню, а я сделаю пиздец, не хуйню. Каждый трек оценю, выведу среднеарифметическое. Раз уж они такие разные. Они есть везде, это еще не предел. Они юный человек, стопы закричали свои. Кифон украсит концерт, ты чел или ты не чел. Кисы, но не на лице, мы сгибили. Для интро, для такой музыки
учитывая, что они собрали здесь несколько хитов своих, да, там раскрыли себя, показали. Прикольно, я бы дал 7 баллов за этот текст, который очень простой на первый взгляд. Даже, наверное, 8 я бы дал, да. Потому что здесь можно просто... Это как, это знаете, как дрифтовый фон, где просто какой-то сэмпл крутится тупо, и достаточно этого. Тут можно еще любую хуйню нести, пороть вообще, да, абсолютно. У, да. Но тут, наверное, более текстотребовательная поебень. Погнали. Пчек лезет прямо в глаза, назад, не прав, такое себе. Лежи мне до дыр красиво, самый сладкий лезет для твоей крови, неплохо, в зависимости от неизлечимо, от когда пропадаю. Массовки, обработки, массовки, да, не вокалы, да, вот это заныкал в гланды свои гинит, пиздец, блядь. Красиво, да, взял под горы, стены пропитались, висит, ебланы. Сектор газа, да, бесит мои глаза, там ни правый, ни левый, красненький, да, 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 снял, сука, может сменить на Кэнон. Совершенно жопый геймер, риск демок, нахуй, я взрываю как террор. Уже панчи брать, окей, бам, нахуй. Я курю бабар, я курю бобина. Кабля сиропа, что вмещался, литр сделан, мяс приятного аппетита, сейчас в центре все как птаха. Все это гнака, слушай, как это богатый, богатый, вот это не расстроен, блин, микрофон расстроен. Вас трое, расстроен, вас трое, настроил, да, свои глазами жижичком расстоен. Из драпина как не злобен, мне соус топит, я способен, особенный, так я сразу топим. Красотка среди массовки, хуевки. Так, неплохо, неплохо весьма, вот это нормально. Есть местами. Прикольно, красивый текст, красивые две строки, нормально. Где-то тоже 8, наверное, 8-9 баллов, прикольно. 8-9 баллов. Тут нормально рассказали, да. Чем 8 даже, наверное, да. 8 баллов. Тоже 8. Тут текст, конечно, гораздо лучше, но учитывая жанр, да. Тут больше... Так, тоже, да. Так, чего свою память хочу, я больше помнить. Значит, вырежу голову мой образ. Помню губы. Забываю твой взгляд. Напомню номера. Так, хуё-муё. Так. Высоко мне дотронуть, забываем взять, отверни поцелуи. Так. Нужно теперь у нас. Ну, как бы окей, да. Вот теперь помощник туман накрывает и чувства, блядь, в рамках альбома, блядь, хуй знает. Послабее, по-моему, особенно учитывая, что помедленнее текст, да. 6-7, ну что-то типа такого, блядь. Послабее, короче. Не буду сильно душнить, но тут послабее, чем в предыдущих, да. Похуй, пусть 7 будет, можно меньше ставить. Так. Туман. Так, здесь попроще, да. Тут у нас более ритмичная хуйня, тут можно попроще сделать. Так, пам-парам-пам-пам. Душнина мод стайл, да? Так. Забываю, так, все привыкают, забываю, внимание. Да, тут простенько, но тоже так. Где-то 6-7-8, может быть, хуй понять, бля. Да. Ритмика тут нормальная, 7-8, короче. Так, да, 7, так, эти 7-8, DVD потом идет, да, тут неплохой текст из Сими. Пацанов тоже нам нужен. Лягушка там кринж, но там все-таки музыка, соответственно, где-то на семерочку тоже, 7-8. Трап в миноре, да, угу. Последний танец, по-моему, поинтереснее что-то там более-менее. Учитывая, да, этот... Короче, я думаю, что в общем, в среднем либо 7, либо 8 можно ставить. Нужен лягушка, да. Я думаю, даже можно 8 поставить, наверное, за альбом. Можно поставить 8. Такая хуйня, да. Ритмика, да. Местами интересно получилось, опять же. Нюша заебись, туман охуенно, да. В треке у где-то в начале не очень, да. В целом, вот эти все...
Душно, не душно, только там в глитчике. Ну, хорошо тоже, я думаю, 8, 8, 9. 8, 9 нормально, вполне себе, да. Да, вполне нормально. 8, наверное, да. Угу. Реализация выбранного стиля. Бля, выбранных стилей квадриллион, ебать, мой хуй. Так. Треку запрещено 7 ставил. А, ну я так и поставил. Базару нет. А, вы же нихуя не видите, да? Угу, я так и тут поставил. Там примерно всегда диапазон. То есть, если мне через время послушать какой-то другой трек, я вряд ли поставлю ту же оценку, но примерно, я надеюсь, хотя бы угадаю, да? Примерно. Да-да-да. По ритмике, да, нормально пацаны сделали по ритмике. В лягушке нормально сделали, в тумане хорошо сделали, да. У-у-у, нормально, Нюша заебись. Трав в миноре тоже нормально, есть моментами. Восьмерочка такая. А, вы имеете в виду, типа, не больше ли? А, ну вот хуй его знает. Типа, 8-9, да, я и говорю, 8-9. Непонятно, блядь. То есть, не меньше точно, блядь. Нормально. Реализация, блядь, по-разному местами, честно, блядь, по-разному. Иногда прям топчик, иногда где-то даже десятки, а где-то есть шестерки, семерки, блядь. Тоже 8, блядь, что за хуйня? Ну вот душно, где было, вот типа тут и есть индивидуальность и харизма. Много лова, где-то какие-то неперехаризменные треки. Я бы за харизму поставил, блядь, вот так, короче, реально. Вот так вот за харизму пока поставил бы я в треке. Так, если говорить, то там вот панк, сими, тоже 8, наверное. Да, наверное, это, блядь, что за хуйня получилась? По-моему, это оценка какая-то. 8, в общем, да. Короче, мне, блядь, альбом больше понравился, чем я тут ебучие баллы наставил. Вот реально. Странно как-то получилось. Что касается трендовости и актуального жанра, да, какие-то вещи есть на 4-5, какие-то вещи на 2-3 есть. 3-4 актуального жанра, хуй знает. Ну вот это. Или вот это, например. Мы уже гличем пятерку ставим, уже похуй. Уже много этого времени. Это тоже 5 баллов. Четверка, я думаю. Я думаю, четверка. Да не, дело не в том, они какие. Тут по музыке, чувак, чисто по музыке. 63 балла. 63 балла. Давайте посмотрим внимательно. Рифмы образы. Че, 8 есть больше? Хуй знает. Структура ритмика, ну могу вот так поставить. В принципе, постарались, пиздец. Но есть, есть душнина. Ну вот, вот так, короче, 63-65 баллов. Честно, не знаю, что поставить. 9 кажется много. 8 кажется мало. Хуйня какая-то. Ну, учитывая хорошо, учитывая то, что там разных куча попыток, всей хуйни, я не знаю, вам для ставки это что-то решает, не решает. Не знаю. Я поставлю 9. Вот 65 баллов, короче. Пусть будет, хуй знает. Вот так вот. Такая оценка, короче. А, ничего не решает, да? Ну, не решает и заебись. А то если у вас там стояла какая-то непонятная хуйня. Вот так, 9 я тогда поставлю здесь все равно. 65 баллов. Балл получился не очень высокий на самом деле, но альбом мне понравился. Альбом мне понравился, я получил реально удовольствие, прослушивая эксперименты ребят, прослушивая хиты, которые у них есть на этом треке, да, на этом альбоме, которые будут разъебывать залы. Надеюсь, вам понравилась моя душнина ебаная, как всегда, поэтому, в принципе, мне понравилось. Мне понравилось. Для меня самое главное, я эгоистичный уебан, мне самое главное, чтобы мне нравилось на стриме тут сидеть, да. Мне дико понравилось, надеюсь, вам тоже. Это не оценка, а казино какое-то. Рот ебал этого казино. Я тебе говорил в начале этого, бро, да. Однозначно. Казино наше. Здравствуйте. Вас приветствует казино Фломастер, блядь. Риса за Фломастера, бля. Да, поэтому вот так вот. Вот так. Спасибо. Спасибо большое, пацаны. Было круто. Ждем следующих альбомов. Ждем треков, выступлений. Это пиздато. Красавчики, реально. Показали они, что они не однодневки, что они не какие-то там случайно залетные чувачки, которые там
два раза выступили, там все похикали, там они что-то взорвали. Нет, 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 они, блядь, показывают, что они артисты, и они здесь надолго. Это охуенный респект.